Видео подготовлено каналом Уроки ТВ. Тема нашего урока – решение задач, действия, деление. Давайте прочитаем следующую задачу. 8 слив разложили поровну в 2 тарелки. Сколько слив в каждой тарелке? Давайте попробуем разложить сливы поровну в 2 тарелки. Для этого будем класть по одной сливе. Вот мы положили по одной сливе в каждую тарелку. У нас остались еще сливы. Берем еще 2 сливы и также их раскладываем поровну в каждую тарелку. Берем еще 2 сливы, опять раскладываем в каждую тарелку. И у нас остаются последние 2 сливы, мы их раскладываем на 2 тарелки. Таким образом, мы видим, что в каждой тарелке получилось по 4 сливы. Как же мы будем решать эту задачу? У нас было 8 слив. Мы их разделили на 2 тарелки. У нас получилось 4 сливы в каждой тарелке. 8 разделить на 2 равно 4 сливы. У нас стоял вопрос, сколько слив в каждой тарелке? 4 сливы в каждой тарелке. Запишем ответ. Решим еще одну задачу. Настя приклеила 6 наклеек по 3 на каждую страницу. Сколько страниц ей потребовались? Итак, у Насти всего 6 наклеек. Она взяла сначала 3 наклейки и наклеила их на первую страницу. У нее остались еще наклейки. Она взяла еще 3 наклейки и наклеила их на вторую страницу. Больше наклеек у Насти не осталось. Ей понадобилось 2 страницы. Итак, 6 Настя разделила по 3, получила 2 страницы. 6 разделить на 3 равно 2. Сколько страниц ей потребовалось? 2 страницы ей потребовалось. Запишем ответ и пишем 2 страницы. Мы научились решать задачи на деление. Если вам понравилось видео, смотрите остальные видеоуроки на нашем канале. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под